Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Рассказываю про обычную американскую жизнь. Вот это вот тот салон красоты, куда мы с женой уже целый год приезжаем стричься и приводить себя в порядок. Меня только что постригли. Относительно цен. Цены, например, такие же, как в Москве, в недорогом салоне, то есть типа Вэлла. Но зато здесь вот такой вот огромный ассортимент различной косметики. Причем косметика высокого качества, профессиональная косметика. Посмотрите, какой огромный выбор. То есть здесь рай для любой женщины. То есть практически вся линейка вот всех вот этих вот фирм, я в этом не разбираюсь. Вот кроме Керастаса там и там 3-4 названий, вообще ничего не знаю. А здесь я даже в Москве вот не видел вот такого вот огромного ассортимента, который здесь есть. И вот все что угодно можно купить, то есть для ухода за собой. Все эти вот пилочки, все эти тут ковырялочки, всякая вот эта вот химия для рук, там, для этих самых, покраска ногтей, не знаю, все что угодно может быть. То есть ассортимент просто безумно огромный, я не знаю, вот какой-то ОПИ, реклама, куча тестеров, ну и совершенно вменяемые цены. А, соответственно, за вот этим вот огромным магазином, вот таким вот, располагается салон, где, собственно говоря, и происходит стрижка. Вот, тут работает наша знакомая Рита, она сама из Минска, вот, приехала очень много лет назад, очень хороший парикмахер. Ну и вот, собственно говоря, то, что я хотел рассказать вам про вот этот салон. Если у вас будут вопросы, спрашивайте, я постараюсь еще что-то рассказать. Оставайтесь на канале и хорошего дня!